Всем привет! Вы на канале DL, и сегодня я приготовила для вас подборку интересных и полезных товаров с сайта AliExpress. И обязательно ставьте лайк, если я смогла хоть немного вас удивить. Поехали! Первая в нашем списке – маска для активного отдыха и занятия спортом. Смарт-маска разработана с учетом постоянной необходимости современного человека заниматься несколькими делами одновременно. Функциональность маски обеспечивает защиту органов дыхания от попадания пыли, дыма, выхлопных газов и других вредных веществ во время бега, езды на велосипеде, а также позволяет слушать музыку в высоком качестве и отвечать на телефонные звонки даже в условиях шумного окружения, не испытывая дискомфорта. Любите бургеры? Тогда это предложение для вас. Печь, которая создана для быстрого приготовления различных гамбургеров или завтраков с использованием разнообразных продуктов, выложенных слоями и запеченных в едином блюде. Прибор получает питание от бытовой сети, имеет удобную систему управления и сигнализации, компактные размеры и антипригарное покрытие рабочих поверхностей. Чтобы приготовить идеальный завтрак, нужно уложить продукты в рекомендованном порядке, закрыть прибор, включить питание и дождаться сигнала о готовности блюда. Модульный шкаф для хранения одежды и обуви изготовлен из экологически чистых материалов, имеет компактную разборную конструкцию, обладающую большой вместимостью и несущей способностью. Шкаф поддерживает сборку множества вариантов конструкций с использованием различных модулей, состоящих из однотипных металлических, тканевых и пластиковых элементов. Пользователь может самостоятельно решить, какие модули задействовать и как расположить их в комнате. Зубная электрощетка имеет V-образную форму, которая позволяет качественно удалять остатки пищи одновременно со всех зубов, используя ультразвуковые волны, распространяемые во всех направлениях. Зубная щетка способна работать в трех режимах – активная чистка, средний режим, массаж и отбеливание. Устройство легко удаляет зубов следы кофе, чая, табачного дыма. Прибор работает от батареи, способной обеспечивать питанием в течение более 2 недель после полной зарядки через док-станцию. Шарики для ванны, которые содержат морскую соль и ароматные эфирные масла, способствующие увлажнению, укреплению, разглаживанию кожи. Перед приемом водных процедур шарики можно положить в воду и дождаться растворения, или сразу раздавить их для ускорения процесса взаимодействия с жидкостью. Масло розы положительно влияет на здоровье кожи, делает ее мягкой и эластичной. Масло шиповника уменьшает пигментацию, а масло жожоба восстановит баланс и отрегулирует секреции сальных желез. Следующий в нашем списке – флеш-накопитель, который имеет размеры и вид кредитной карты, поэтому легко помещается в карманы, созданные специально для банковских и бонусных карт. Поддерживает работу во всех современных операционных системах, включая устаревшую Windows XP. Карта доступна объемом от 4 до 64 ГБ, предназначена для подключения к любым компьютерным устройствам, поддерживающим интерфейс USB 2.0. Срок службы флеш-накопителя свыше 10 лет или более 1 миллиона операций стирания и записи. Пресс для жестяных и алюминиевых банок. Устройство имеет компактные размеры, удобную рукоятку для легкого прессования алюминиевых банок и открывалку бутылочных крышек, расположенную в нижней части корпуса. Пресс предназначен для настенной установки. В корпусе есть 2 монтажных отверстия под крепежные элементы. При помощи пресса пользователь сможет быстро сжимать алюминиевые банки в небольшие блины, которые не будут занимать много места в мусорном мешке, позволив сэкономить на расходном материале. Оригинальный светильник, который подойдет для декорирования кафе, кабинета, гостиной и других помещений, оформленных в стиле лофт. Предназначен для настенной установки и подключения к сети 220 вольт. Оснащен цоколем E27 для установки лампы накаливания. Конструкция выполнена из металла в виде водопроводных труб небольшого диаметра, объединенных фитингами. Металл задекорирован под медную поверхность, подвергшуюся сильному окислению. Главным декоративным элементом является велосипедный устройство передачи вращающего момента.
яичный сепаратор. Данное устройство будет полезно всем, кто любит готовить блюда с использованием яиц, а именно, когда возникает необходимость отделить желток от белка. Вы наконец забудете о том, как это неприятно, когда скорлупа попадает в приготовленную смесь на сковороду или тарелку. Сепаратор выполнен из пищевого пластика и очень прост в использовании. Электронная зажигалка с деревянным корпусом не нуждается в заправке бензином или газом. Работает от аккумулятора, который заряжается от любого устройства, оснащенного портом USB. Преимуществом электронной зажигалки является отсутствие пламени, которое трудно получить при сквозняке или сильном ветре на улице. Поэтому использовать ее можно при любых погодных условиях. Такая креативная зажигалка станет отличным подарком для ваших друзей и коллег. Порезать лук для салата? Опять это жжение в глазах и слезы. А я ведь накрашена. Кого бы попросить? Часто возникают такие мысли? Защитные очки вам в помощь. С ними вы забудете эти неприятные ощущения. И ничто не повредит вашему макияжу. Очки выполнены из пластика. Не запотевают и плотно прилегают к лицу. Также эти очки смогут защитить ваши глаза и от дыма на барбекю. Да и в качестве подарка вполне сгодятся. Приготовление некоторых блюд иногда требует неукоснительного соблюдения рецепта. Обычно для этого используют кухонные весы. Ну а если нужно отвесить ну совсем граммулечку ингредиентов, вот для этого идеально подойдет электронная ложка для измерения веса. Выполнена она из качественного пищевого пластика. На ручке находится жидкокристаллический экран, который крупными цифрами отображает массу, точность которой доходит до 0,1 грамма. Измерять можно в унциях и граммах. Автоматически отключается через 2 минуты. Имеет функцию фиксации показаний. Для работы потребуется одна батарейка CR2032. И, кстати, такая ложка весы будет просто необходима для приготовления масса красоты. Вы наверняка сталкивались с такой проблемой. После веселого застолья вино осталось, а его родная пробка никак не хочет ходить обратно в горлышко. Не беда, воспользуйтесь для этой цели многоразовой декоративной пробкой. Этот полезный аксессуар выполнен из металла с дополнением из резины, что обеспечивает плотное прилегание к горлышку бутылки. Благодаря этому вино не выдохнется и сохранит все свои свойства. Да и бутылочка хорошего вина с такой стильной пробкой, несомненно, украсит ваш праздничный стол. Мелочь, а приятно. Именно такие слова я бы отнесла к силиконовым подставкам под кружку. Радужные и веселые, они несомненно поднимут вам настроение. Ну и конечно же сохранят ваш стол от маленьких неприятностей. Подставка выполнена из цветного и яркого силикона в виде среза сочных фруктов. И в продолжении темы нужных вещиц для кружек – силиконовые крышечки. Очень милая и удобная штучка. Приготовить полезный отвар из трав или заварить чаек проще простого. Залили ингредиенты кипятком, накрыли кружку очаровательной крышечкой и процесс пошел. Ну или бывает так, что напиток налили, а выпить его в данную минуту никак не удается. Просто накройте чашку крышкой. Она плотно прижмется к краю кружки, создавая герметичность. Тем самым защитит содержимое от пыли и всяких ненужностей. Изготовлена крышка из красочного, плотного, экологичного силикона без запаха. Держатель выполнен в виде аппетитных кусочков фруктов. Начни свое утро с хорошего и питательного завтрака. Что же приготовить вкусненького? И чем таким интересным удивить свою вторую половинку? Думаю, с таким заданием вполне справятся мини-сковородки. Они изготовлены из нержавеющей стали и выполнены в разных формах. Вот, например, сердце для романтического завтрака. Или смайлик для поднятия настроения. Или мишка для вашего ребенка. С помощью такой сковородочки можно приготовить все, что угодно. Яичницу, омлет, оладушки и много еще чего вкусненького. Готовьте с удовольствием и радуйте себя и своих близких. И на сегодня это все. Все ссылки на товары я оставила в описании под видео. И обязательно напишите, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!